Украина получила от Германии радиолокационную систему «Кобра». Это вооружение помогает выявлять артиллерию противника. Также Министерство обороны Германии сообщило о передаче 5 дополнительных зенитных самоходных установок «Гепард». Теперь общее количество этих установок в Украине выросло до 20 единиц. В мае была информация, что Украина попросила поставить 40 радиолокационных систем «Кобра». Однако из резервов Бундесвера может быть поставлено от 3 до 5 систем, стоимость каждой из которых составляет около 50 миллионов евро. RLS Counter Battery Radar была совместно разработана компаниями Thales, Airbus Defence and Space и Lockheed Martin для вооруженных сил Германии, Франции и Великобритании. Радар поступил на вооружение в 2005 году. Эта RLS считается лучшей в мире системой обнаружения оружия наземного базирования. Она имеет высокопроизводительный радар, передовую обработку и интегрированную гибкую систему управления, контроля и связи. Конструкция включает современную цифровую обработку и передовую активную полупроводниковую фазированную антенную решетку из нескольких тысяч приемных модулей. Используют РЛС для обнаружения вражеских минометов, ракетных установок и артиллерийских батарей. При дальности обнаружения до 100 км «Кобра» способна обнаружить и классифицировать до 40 батарей за 2 минуты. Спасибо за просмотр. Слава Украине!